Витископ. Первая защита титула Василием выдалась достаточно яркой в плане того, что Василий, как обычно, продемонстрировал свои лучшие качества, то есть эстетика бокса в его исполнении на высшем уровне, да, то есть там можно смотреть, загляделье одно. Вот. Другой вопрос, что многие немного испугались в плане того, что он получил травму, да, и, ну, многие, наверное, знают, что у Василия Ломаченко уже эта травма давно преследует, он и много операций там проводил, вот, и тут в шестом раунде он перестал работать бьющей левой рукой, да, ну, как он левша, и, в общем-то, левую так не подключал, даже где-то останавливал руку, да, хотя можно было конкретно нанести удар. Вот. Но с другой стороны, он нас порадовал, что он даже одной правой, одной, то есть передней рукой может выигрывать у таких оппонентов. В общем-то, и насколько я вот вижу, он так вот одной рукой может выиграть не только у Чанлатана Переопиньо, а и у многих других в этом весе. Вот. Ну, нас это, конечно, не, с одной стороны, радует, но с другой стороны, все-таки не хотелось бы, чтобы так вот Вася прибегал к таким, в общем-то, моментам, чтобы он работал одной рукой. Хотелось бы, чтобы травм не было, и он заканчивал бой. И досрочно он вполне мог это сделать в поединке с Чанлатарном, если бы вот не травма руки. Мы видели, там был сначала нокдаун, ну и логично было, чтобы Вася его просто там уже остановил в этом ринге, и бой закончился. Ну, получилось, как получилось. К счастью, никакой травмы серьезной там нет. То есть был небольшой ошиб, насколько я понял. То есть мы увидим уже Васю, я думаю, во всеоружии в следующем бою. Витископ. Спортивное видео.